Всем привет! С воскресеньем сегодня у нас. Видите, к походу готовы. Вот так вот я вчера встал. Все четко, все по линии. Ну, я вам так признаюсь честно. Так, машину закрыл. Там проверим. Признаюсь я вам честно, далеко не дешевенький тут автоховчик. У меня получается, я приехал, ну, 23:30, 11:30. Собираюсь завтра выезжать в 4 утра. Получается сутки и 5 часов. Знаете, сколько мне заплатил за это? 30,5 евро. Охренеть. 12 часов, 12 евро здесь стоянка стоит. Вон там тоже, кстати, это ихняя парковка. Вот я думал, может, вчера туда поехать. Ну, мы нормальные тут стали. Вот у испанца работает этот стояночный кондёр. Ему хорошо. Жарковатенько сейчас, тридцатничек. Вот. 30,5. Из них 13 евро. Можно сходить покушать. Вечером пойдет. Пойдем, дарить я им не буду. Если там стоять, эти люди стоят, там тоже за деньги. Тоже платно. Вот. А, 4 евро типа на кофе. Туалет платный. 70 центов. Ну, из них 50 тоже можно потом на кофе потратить. Такой тикет тебе дают. То есть, как бы в туалет ходишь за 20. Вот получается 4. И уже еврик. Короче, дорогое удовольствие здесь стоять. Но тут больше негде. На французской стороне там стоянок нет. Не доезжая только, можно было на лесной парковке стать. Были места. И не наш метод. Шеф сказал, стой, все оплачу. Ну а теперь пошли в Страсбург. Сейчас вот направо. Сколько здесь? Совсем рядышком. Мост перейдем, и мы во Франции. А утром сегодня, завтра вернее, здесь же поедем. Ну вот сколько здесь вон оттуда мы прошли? Ну, 500 метров. Буквально. Тут вот ресторанчики, кафешки, куча магазинчиков всяких. И все, пожалуйста. Вон мост, вон Рейн, вон Страсбург. Вот автобус с Франции выезжал, то его остановили, что-то он полицай. Видите, со стороны Германии, ну, стоят машинки полицейские, тут на участок полицейский. Посмотрим сейчас со стороны Франции. В тот раз я заезжал с французской, вообще никого не было. Вот. Так что, сколько тут нам осталось до Франции? Метров 100? Вперед! Тут даже трамвайчики ходят. Брюки Понт. Че тут? Бетус что-то. Эрхайнас. Короче, через Рейн. 28 апреля 17 года. Бегает тут трамвайчик. Тут туда-сюда. Со Страсбурга. А вот это Рейн. И вот что интересно. Вот здесь вот, чтобы рыбку ловить. Кстати, я вообще с удовольствием сходил бы искупался с жарой такой. То, наверное, не пойму, что-то я не вижу тут купающихся.
Так вот, с этой стороны, на два, ну, я не знаю точно, но, короче, нужно очень долго учиться. Не все сдают экзамены, чтобы рыбку ловить. А вот с той стороны, делай, что хочешь. Никаких вопросов. Бери удочку, закидывай. То есть, вот сейчас спокойно можно пойти с той стороны, удочку забросить и сидеть рыбу ловить. И никто тебе слова не скажет. А с этой нельзя. Это немецкая. А там уже французская территория. Круто. Еще во Францию я пешком не ходил. С Польши в Германию ходил через Одер. Через Рейн пешком еще не доводилось. Вот мы и во Франции. Бонжур. Слушай, это так жарко. Я бы сейчас с таким удовольствием в Рейн залез бы. Но не откажусь себе в удовольствии сходить помочить там хотя бы ноги. Я уже мочил ноги в Рейне, поэтому как бы для меня это не особо новость. Ой, а водичка-то какая хорошая. И совсем не холодная. Вот так все это дело выглядит. Вид на немецкий берег с французского. Шашлык французы жарили на берегу. Так, сейчас гуглим. Видим, что интересное. Пойдем попробуем. По городу пошляться. Освежились. Хорошо. Дом правительства какой-то. Не, на дом правительства не похоже. Вон, смотрите, какой танк французский. В общем, вбил я Страсбургский кафедральный собор. 4 километра до него нам идти. Шербург. Что он тут делает? Что-то тут написано, что непонятно. Вот. Идти там до него 4 километра. Ну и нормально это будет. 4 туда. Километр я уже прошел. И потом назад. 10 километров, 10-12 километров прогулочка. Само то для хорошего сна. О, поверните направо. В кармане кричит. Нет, тут давайте повернем. Не будем тут на красный бегать. Хотя здесь можно, в принципе. Это самое. Пойдем там, там тенечек. Что этот танк тут делает, интересно? Это тут немцев встречали, что ли, когда они здесь заходили с триумфом? Там уже зеленый горит, идите вы в пень. А, и мне уже зеленый. Ну, это Франция. Это не Германия.
Здесь не все так чисто, как у немцев. Поверните налево. О, Борис Ивановна в кармане. Куда хтает? Да, сразу видно. Номера-то румынские. Тоже такое какое-то старинное готическое здание. Тоже как собор какой-то небольшой. Ну как небольшой? Большой? А это грузовой порт. Речной. Страсбургский. Рейн же у нас судоходный. Контейнеров сколько? Вон там, наверное, въезд для грузовиков. Похоже, что это здание оно не функционирует. Такое ощущение, что оно заброшено. Хотя нет, тут какой-то лесопед стоит. Тихо. На улице Страсбурга очень тихо. Людей практически нету. Может, не на всех, может, еще не вечер. Там, где я хожу. Вот тоже какой-то собор. Вроде бы закрытый. Наверное, тоже не действующий. Авеню де ля Форет. Новое. Я дико извиняюсь за свой французский. Не дошел до дома, лег спать. Прямо в машине. Доктор Албан. Тут таких много. Немножко мы изменили маршрут, но просто я вот этот увидел, мне туда левее надо. Ну, думаю, пройду. Нет, действующий, все открыто, видите. Пойдемте внутрь зайдем. Леглис Сент-Моис. В шортах, конечно, не очень красиво. Какой зал, а? Шикарный. Как красиво здесь. Я представляю, что в том соборе. Тот тоже должен быть открыт. Феерично. Вон он, наш собор, видите, выглядывает сдалека уже. Километра полтора до него. Вот такие трамвайчики тут по Страсбургу катаются. В Германии довелось на таких ездить. Вообще, он не ездит, он просто плывет по этим рельсам. Хорошо, кондёр там, вообще огонь.
Ну, нам минут 15-20 осталось. Институт национальный чего-то. Десценсес. Что-то тут. А, может, институт культуры? Ну, очень похоже. Что-то такое, наверное. Вот. Скоро придем. О, еще один трамвайчик едет. Мягко-мягко идет. Проехал с собой, но мы ж вышли прогуляться. Поехали. Прям город старинных соборов. Это речка. Течение есть. Что за река? Приток Рейна какой? Ну, то, что это приток Рейна, однозначно. Великолепно выглядит. Место для отдыха. А? Красота. Нам туда. Наш собор вон там. Просто не мог не заснять вот этот. Все открыто, пожалуйста, заходите. Да? Я думал, не такой уж и на красный. Как тут же загорелся зелененький. О, уже красный. Не, по-моему, он с оттенком зеленого, вам не кажется? Красота. Ресторан, отдыхают на воде. Супер. Ивы так красиво свисают. Пойдем, может, и мы сюда кофейку попьем. Ой, не хочу кофе. Тенечки сидят, люди коктейли пьют, хорошо им. Еще с водички бы холодненькой, жарко. Моя уже в рюкзаке нагрелась. Надо где-то сейчас увидеть, зайти холодненькой водички взять. Дали свободу. Можно заседать в ресторанах. Что-то, наверное, нас ждет какая-то гроза. Что-то оттуда он все такое темное-темное надвигается. Этот же канал, только уже с другого мостика. Ругаются по-французски. Это мы уже в какие-то
улочки забрели узенькие. И видите, что я тут смотрю? Стиральные машины стирают. Я не понял, что у французов дома стиральных машин нет? С 7 до 9. Брать вещи сюда стирать, я еще не понимаю. В чем прикол? Раньше мы так хотели стирать. Были у нас эти прачечные. Мне кажется, проще стиралку купить, нет? Это, наверное, детский сад. Нет. Ну, не, детский сад, да. Пар что-то. Ну, неважно. Ну, очень похоже. Да. Дети гуляют на асфальте. Круто. Так. Рояль чего-то. Вон, смотрите, какие очки здесь. Там, наверное, пиндосовское посольство, судя по флагу. Или представительство, они что, тоже в Страсбурге. Тут у них всякие ЕСПЧ. Ну, всякая эта хрень западная, никому не нужная. Лариса Ивановна, мы скоро придем. А, все. Как говорит Лариса Ивановна, нам осталось идти 130 метров. Повернуть направо. И все. Можно было даже раньше повернуть направо. Поверните направо. О. Почти дошли, но я уже замотался, если честно. Жарко. А со всеми обходами на километров 6 получилось. Сейчас отсюда забью ради прикола потом. А что ради прикола? Ну, сколько километров мне до стоянки? Поверните налево. Да господи ты. А, вон он. Все, мы сейчас с него будем, на его территорию будем заходить. Да? Точно? Лариса Ивановна? Точно. Ни хрена себе. Обалдеть. Не данная штука, знаете, что напоминает? Вот в Кёльне этот собор большой. И в Вене. Палас Рохан. Дворец Рохан, в общем. А, ну там вход в музей. Это надо внутрь музея идти. Не знаю. Идти внутрь, не идти. Пойдем посмотрим, что там для этого нужно. Что для этого нужно? Наверное, денежку заплатить нужно. Дети кайфуют, да? Фонтанчики бьют, вообще балдеют от воды. Жарко. Пацанчик бегает. Опа. Смотрите, как ему классно. Я бы тоже так зашел бы, освежился бы.
Сейчас, после собора. О! Ту-ту! Паровозик. В собор сходим. А потом идти назад. Как раз хорошо освежимся. И пойдем. В общем, тут музей и куча всяких. Ходить, не переходить. Целью посещать музеи мы не ставили. Наша цель — пройтись по окрестностям, посмотреть. В готическом, конечно, стиле построен. Такой сортир. Выход. А где вход? А вход вон там. Что нужно для входа? А, просто руки обработать. Да ладно, вот дурец, можно на жаре вот так сидеть. Ой, ё-моё, это я думал, тут колейка. Сейчас точно дождь начнется, вон, туча идет. Ну, давайте займем колейку. Туда-то внутрь надо попасть. Да. Вот мы и внутри. Друзья, это нечто. На входе сумку досмотрели. Руки сполоснули, продезинфицировали. Спирт? Я говорю, спирт? Это спирт. Все. Да. Это что-то. Если вы будете в Страсбурге, если вас занесет сюда нечистая или чистая, обязательно сюда сходите, это надо посмотреть. Камера — это одно. Увидеть это вживую. Потрясающее сооружение. И все из маски не пускают. Это 2 евро стоит, что ли, зажечь. Ну, визит, входить запрещено. Да, друзья.
Это надо видеть. Только что замечание получил, что маска не на нос одета. Никто не ругался, ничего, просто месье, и маску на нос нацепите. А я не могу, я уже сейчас отсюда убегать буду. Да. Готика, готика. Готический стиль. Тут, наверное, что-то можно кинуть, что-то будет интересное. Сувенирчики всякие. Да, красота. Тут прикиньте, сколько там денег. Там он и 20 евро даже валяется. Люди монетки кидают, чтобы сюда еще вернуться. У меня нет монеток. Карточку же я им туда не брошу. Фу, все, пошли на выход. Не могу, я уже сейчас с этой маской задохнусь. Так что, друзья, будете у нас на Колыме, посетите кафедральный собор. В городе Страсбурге. Не пожалеете. Как, в принципе, и в Кёльне, и в Вене. Это в которых я бывал. Не знаю, еще они туда толпятся. Чего-то колейка какая-то. Все, друзья. Начинаем мы путь обратно. Время уже 3:30. Вышел я в час, уже 2.5 часа. Все, пошли получим. Пошли получим кайф. Ой, как хорошо. О, das ist fantastisch. Весь мокрый-мокрый. Вот теперь можно идти. Класс. Теперь можно по жаре идти к машине. Хотя, видите, тучки набежали. Все. Начинаем путь обратно. Этот за мной говорит, пожалуйста. Так, что нам? Маршрут пересекает границу государства. Заранее уточните, какие ограничения действуют на границах. Да иди ты. 5,4 километра. Ну это отсюда. Тоже метров 300. Метров 300 отошел.
от собора. Ну, почти 6 километров. Еще шлепать. Здесь гулять не перегулять, но надо двигаться. Время, да, уже 3:30. Пока дойдем, уже будет 5:00, 6:00. 4 утра выезжать. О, даже на байдарках можно поплавать, смотрите. Классно. Все, братцы. Спасибо за внимание. Не судите строго. Как есть. Если что-то еще интересное увижу, покажу. Ну а так вообще все. Двигаем обратно в машину.